Верховная Рада планирует ликвидировать Национальную комиссию по вопросам морали. Эта структура уже 10 лет ищет аморальное в книгах, кино и на телевидении. Специалисты медиаотрасли поддерживают инициативу депутатов и обращают внимание общественности на то, что деятельность комиссии дублирует работу других органов контроля и при этом проедает немало бюджетных средств. Около 4-5 миллионов гривен ежегодно расходуются на финансирование деятельности комиссии по общественной морали. Такие данные приводят профессиональные медиаорганизации. При этом учреждения дублируют функции правоохранительных органов, СБУ, Министерства культуры и других ведомств. На сьогодні 9 органів державної влади, які мають всі повноваження по цьому цей закон виконувати. К тому же сегодня общество самостоятельно может выполнять функции контроля за моралью, считают медиа-специалисты. Суспільство зараз в особі волонтерів продемонструє, яким чином має об'єднуватись і діяти морально суспільство. Суспільству не потрібно державне регулювання його моралі. Ми це бачимо кожен день. За ликвидацию комиссии по общественной морали выступают и творческие деятели. В январе они инициировали письмо в Кабмин с таким требованием. Подписи под обращением собирают во всемирной сети. Сейчас петицию уже поддержали более 2500 пользователей интернета.